Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня мы рассеиваем, либо расслабляем орган толстый кишечник. Его основные функции, анатомический сайт, вам помощь. Как всегда, традиционно мы говорим, мы читаем лекции о восточной философии. Пожалуйста, обратите внимание, пунктирная линия. Что контролирует почки? Вот внешний меридиан, это внутренний канал. И внутренний канал почек контролирует орган толстый кишечник. Это усвоение воды, это наши с вами электролиты. Вот, я всегда говорю, это наш аккумулятор с вами, где мы берем энергетику для центральной нервной системы, для нашей физики, помните. Вот, это упорные запоры, вот, это что еще? Робость человека, толстая кишка, понятно, да? И помните, что толстая кишка, я уже говорил, вот, связана с более 300 акупунктурными точек. Ни один меридиан и орган не связан так с акупунктурными точками, как связан толстый кишечник. Это еще раз говорит о том, что толстая кишка контролирует нашу с вами энергетику центральной нервной системы. Помните об этом. Понятно, да? И почки играют огромную роль, чтобы расслабить орган, не меридиан, орган. Не путайте, пожалуйста. Данная точка L10 Ингу расслабляется. Ясно, да? Вот и все. При расслаблении данной точки мы расслабляем орган толстый кишечник. Можно при запорах упорных данную точку расслаблять? Да, можно. К этой точке можно добавить точку F2. Она тоже очень хорошо контролирует кишечники и расслабляет их. Но вы не имеете права постоянно расслаблять данную точку. Мы традиционно говорили, будем говорить о диагностике 12 меридианов. Вот, ее нужно провести и посмотреть, в каком состоянии наши с вами все 12 меридианов, так как все 12 меридианов контролируют желудочно-кишечный тракт. Толстая кишка относится к желудочно-кишечному тракту. В каком состоянии эти все 12 меридианов? Может, они слабые, вялые, нужно дать наоборот энергетику. Либо они воспаленные, это воспаление очень тяжело запомнить и выбирается. Легче дать энергию, запомните, в точку. Тяжелее с человека забрать энергию. Почему? Потому что по природе любой человек жадный. Ясно, да? И по природе любой человек примет любой дар. Ясно. Но вот забрать энергетику очень тяжело у человека. Потому диагностика 12 меридианов вам в помощь. Ну, а на первом этапе данная точка L10 Ингу расслабляется. И расслабляем толстую кишку. Спасибо за внимание.